AliExpress недавно запустил сервис, который называется AliExpress Plus. Его фишка – это доставка товаров до двери. Не надо ходить на почту, что актуально в условиях нашего карантина. Этой фишкой я воспользовался, и вы не поверите, посылка пришла на Почту России. Домой мне ее не принесли. Это наебалово какое-то! При этом на различных форумах я стал часто видеть сообщения, у людей происходит такая же фигня, AliExpress не приносит домой. Чтобы разобраться, в чем же дело, смотрим дальше. Я покажу на примере своей посылки, как я заказывал детям футболки. Так, вот мой личный кабинет AliExpress и заказ с футболками, у которых даже в личном кабинете видна отметочка AliExpress Plus. После того, как посылка пришла мне на почту, я написал продавцу сообщение такого вида. Какого фига мне пришло на почту, если был AliExpress Plus? Открываем переписку. Здесь написано, почему заказ не принес курьер. На что получаю ответ от магазина «Все майки». Написано: «Здрасте, при оформлении вы сами выбрали Почта России. Система приняла именно данный вид доставки. Для курьерской доставки необходим другой тип, доступный к выбору». Возвращаемся в личный кабинет, проваливаемся в какую-нибудь футболку. Сейчас она откроется. Ничего не поменялось с момента, когда я заказывал. Видим иконку AliExpress Plus. И что я сделал? Я просто жмякнул на «Купить сейчас». Если посмотреть глазами внимательно, видим, по умолчанию здесь стоит доставка обычной Почты России. Поэтому, чтобы выбрать доставку до дома, нужно выбрать доставку ДПД. Это старая курьерская служба. Цена здесь не сильно отличается от Почты России, всего лишь на 20 рублей. Но по умолчанию она не выбирается. Поэтому со стороны Алиэкспресса выглядит, что я сам, дурак, выбрал себе неправильную доставку, хотя, я думаю, любой здравомыслящий человек понимает, что если они пиарят свою ускоренную доставку, то они должны по умолчанию ее вкорячивать как первую доступную и не давать пользователям криворуким, как я, совершать такие ошибки. На форумах много народа пишет, что также приходит им на Почту России. Короче, никто не смотрит, все быстро жмякают сначала на кнопочку «Купить», а потом, когда посылка приходит на почту, уже начинают поднимать кипиш. Такие сообщения я на форумах встречаю. Отсюда какой мы делаем вывод? Даже если стоит на AliExpress AliExpress Plus, внимательно проверяйте, чтобы доставка была именно до дома, если вас это очень-очень сильно парит. Надеюсь, этот видос был для вас полезен. Всем пока!